Просто дело в том, что оно было написано при жизни Лены. Но мне казалось, что оно под ее влиянием каким-то написано. Так бывает, что мы переимчивость какая-то существует, и невольно мелодия другого поэта вплетается в мелодию твоего стихотворения. Так что вот пусть мне хотелось напомнить, вспомнить Лену. Два птичьих фокуса. Первый — зимой. Незримые, но к зрению по пути, под солнцем накренившись в небе зимнем, рассеребрятся голуби, почти, как из кармана фокусника в синем пересверкнет в подбросе конфетти. Второе — летом. Внезапный трост стиха на ветку прыгнул и ветку выгнул, и так зазеленело со двора, что стало 5 утра. Потом второй туда слетел пружиня и засвистел разиня. Мгновение, и прижился он, прижимистый до жизни цепкий сон. У третьего смеялся в клюве листик. Кто, Велимир, их траектории рассчитывал? Баллистик, сорвавшийся с когтистых растопыр, мир так безосновательно был вынут и вырезан внутрь яркости своей, как ящик фокусника, выдвинут и вдвинут. Ты кто? Перепорхнувшись среди ветвей.